Я тут так подумал, а представьте, если на Ютубе начнут блочить видео за музыку из Guilty Gear, вот это Home Sweet Grave, сколько пуканов бомбанет. Всем привет на моем 289-м стриме. Продолжаем проходить I Want Kill the Camellia 2. У нас Big Kid. Все дела. Сейчас еще, секундочку. Знаете, я тут послушал свои записи последние стримов. Ужас. Ну звук же ужасный. Как вы это смотрите? Я что-то прям в таком, это, в такой печальке, если честно, из-за этого. То есть реально плохой звук же. Ну, гудит же микрофон. Ну, я не знаю, надо что-то с этим делать, но, блин, это же так не дело. Вы смотрите, и как будто бы все в порядке. Но, блин, это же бесит. Хрен знает. Короче, я прям вообще расстроился, если честно, из-за этого. И да, привет всем, hello HP. Ну как нормально? Ну вот смотри, вот я сейчас выключил музыку с игры. По-твоему, сейчас нормальный звук? Ну идет же гул от микрофона. Когда музыка с игры, то еще как-то там, типа, заглушает. Но вообще, как бы... Ну, короче, блин, прям вот... Я прям так даже не знаю. Но я после клавиатуры, значит, буду копить на микрофон. Ну что ж, давайте... Воскресенье. В воскресенье поеду в Москву и с пророком встречусь и будем пробовать однофреймы на механических клавиатурах в магазине. И скорее всего куплю какую-то клавиатуру в воскресенье. То есть какая подойдет. Я немножко параметры громкости изменил. Нормально, меня слышно, музыку. Музыку должно быть хорошо слышно. Ну прям, реально, хорошо. Привет, я всех боссов Раша видел. Твою победу сегодня может меня еще теперь... Если честно, Кибош, я не понял смысл твоего сообщения. Но привет. Темпес прошел, поздравляю, Данил, поздравляю. Sorry, HP, I can't read Korean language. Not only understand, I can't even read. Нравится эта песня. Очень классно.
Надо было снизу. Надо было снизу метрить, нафиг. Я случайно выжил, можно сказать. А, ты видел всех боссов, которые прошел? Ну, отлично. Но этого тоже увидишь. Ну, не знаю, наверное, не сегодня. Баттерфляй — это где яблочко посередине, это... А, нет, там еще вода туда-сюда едет. Под ритм ты никогда не пройдешь. Потому что это слишком быстро. Привет, Сейдер. Сейчас было плохо. Зажало. Привет, сайфбот. Ну как дела? Нормально дела. Все хорошо. Улыбаемся и машем. Это было опасно. К сожалению, босс требует концентрации, поэтому постоянно что-то говорить тут. Так что вы поймите. Иначе я буду постоянно сливаться. В этом плане, конечно, без стрима игра явно быстрее проходит, потому что сидишь себе, молчишь, концентрируешься, все проходится.
чате. Блин, ну как-то вот странно. Вроде бы ничего сейчас сложного не было. Я просто умер как-то глупо опять. Да, именно так и есть, Данил. А, пропустил. Ну это было вчера. Это было вчера, да, с утра. Ну как с утра? Где-то часов 12. Итак, да, ну и вчера отъехала с утра. Это Big Kid и нет сейфбот. Сейфбот. Не Гай убивает Гая, а Кид убивает Кида. Видишь, у Гая там у него сигарета в зубах. Что там, прическа другая, да, вроде. И брови есть. Вот, а это Кид. Но то и стоха. Хотя, конечно, по идее, все игры после его на без Гая вообще-то должны бы играть за Гая, но ведь он уже стал Гаем, да? После его на без Гая. Или это все приквелы? Она не из аниме, давай так. Она не из аниме. Но нарисована в стиле аниме, да.
обязательно. Ну, я не знаю, аниме это, насколько я знаю, японский мультик переводится. Ну, вообще мультик просто переводится, типа мультик, да? Анимация. Разве это можно назвать все рисовки? Нет, мне кажется, аниме это просто по-японски мультик. Но это же не из мультика, а из игры. Может быть, я неправильно понимаю смысл слова? Не Есть, даже по Тоху есть эти какие-то там мультики. Ну как бы, это уже после игры появились. Я просто специально сейчас спамлю, мне интересно на рандоме, так чтобы я много урона нанес. И при этом я выжил. Хотя... Это надо снизу. Блин. Характерами я бы не сказал, там, насколько я понимаю, именно японская культура передается, классическая именно. Типа, если бы Тоха создавалась бы в России, то там были бы матрешки и балалайки. Ну, типа, классическая именно культура. Ну и классическая мифология там, как это называется. Ну я все Тоху прошел. Кроме одного файтинга и одного фотошутера. Ну, это спин-оффы, по сути. Это из официальных игр. Есть еще куча неофициальных, но они вообще нафиг не нужны. Тоха на самом деле это не будет хил. Тоха это не будет хил. Если уж прям придираться, да? Будет хил это вон Донданпачи. А Тоха это Данмаку шутер. Ну, либо если уж слово Данмаку тебя смущает, то ну, просто по сути скролл шутер просто. Но это не будет хил. Хотя на Лунатике, конечно, очень похоже, но это все-таки не будет хил. Я говорю, вот Донпачи это вот будет хэл, например.
то есть это было очень близко. Ой-ой-ой. Капы на СК-2-че нету. Wings of Eve воскресенье, я же говорил. Сегодня какой день недели? Сегодня четверг. Значит, завтра Камиле, в субботу спидран. А, ну единственное, что возможно, что Wings вообще в воскресенье не будет стрима, потому что я еду в Москву клавиатуру подбирать и, может быть, покупать. А в Москву мне ехать, это, ну, относительно долго, ну, типа там, дорога больше часа, ну, может занять, там, в случае, с учетом метро, там, пока там все, потом по магазинам пройдемся, пока все подыщем, купим назад, то есть я хрен знает. Но может быть под вечер будет стрим, не знаю. Ну, то есть, не, ну, наверное, в принципе, под вечер будет стрим, но я не уверен. Как бы не обещаю. Самое смешное, даже если я куплю клавиатуру, стрим-то будет на геймпаде. Потому что Wings of Fee я на геймпаде покажу. Не, ну я, конечно, клавиатуру-то покажу и сегодня. Воскресенье. Может быть, какой-нибудь Айвану все-таки попробуем поиграть там. Блин, посмотрим. Ради такого случая там. Анбоксинг? Ну, анбоксинг-то я делаю, но это ж быстро, что там клавиатуру анбоксить-то? Ну, плюс разберемся там с записью макросов, да? Ну да, посмотрим там что-то. Переноси мне на рандоме халяву. Кружочек не нажался. Нет, этот пост, говорят, типа ненадолго, наоборот. Я просто немножко тороплюсь, видишь, я много себе яблок фанга. Я так и сделал. Блин, ну что ж такое-то, да лол. Упро...
упрощенного Кримсона, ну, в какой-то степени. Да нет, ну почему? Ну реально же напоминает. Ну надо тоже прыгать и от яблочек уворачиваться. Наверное, надо прыгать постоянно, типа, по одной линии и от яблочек уворачиваться. Что-то общее-то есть. И там тоже яблочки вылетали от урона. Я что-то почему-то думал, что оно выше летит. Я думал, оно выше летит и не доставит мне проблем. Блин, я поздно заметил. Привет, Сильвер. Привет, Медичи. Вчера убил? Нет. Почему? Я вчера его только начал убивать. Ты когда-нибудь видел, чтобы я босса за присест убивал после... А какого я за присест убивал? Только первого босса. Не, а Инфюку, не помню, Инфюку, может, за присест убивал, да? Или нет? Я даже Гая за присест убил. До 35% легко довольно снять, а там потом что-то жестко. Хотя на самом деле там не жестко, просто я почему-то умираю. Но я до туда не дохожу, потому что тороплюсь.
как, она меня заградила тупо мокрую пулю. Даже если бы я по одному яблочку пускал, я бы все равно там... База, на которой яблоко не вылетает, ну, тупо потеря времени просто. Сделали бы просто меньше здоровья и все. Зачем база, на которой ты 100% не умрешь, но если тупо управление не отпустишь, то да. Яблоки порой летят. Это Лизорга, дурацкий вопрос, честно, дурацкий вопрос. А если включил бы другой трек, ты бы другой бы трек спрашивал, а не надоел? А если бы я оставил ты знаешь, из Guilty Gear, ты бы про него спрашивал, а не надоел ли он? Он мне надоел, еще 500 тайван назад. Тайваны — это такие игры, где боссов убиваешь много часов. Ну, если это не совсем казуальный уровень Айвана.
Естественно, там одна и та же музыка на уровнях и на боссах, тут много часов. И какой смысл каждый раз спрашивать, тебе не надоело ли? И ответ нет. Не надоело. Музыка классная вообще. Стрим идет 42 минуты. Могла ли за 42 минуты надоесть музыка? Ну, не знаю, вряд ли. Не, ну этот оригинальный надоело мне за 30. Я говорю, потому что она мне надоела еще сотня иван назад. И не важно, здесь она убыстренная, не убыстренная. Наоборот, убыстренная еще хуже здесь вообще. А даже это даже не музыка, это просто абсолютно какой-то. Просто по ушам ездит и все. Раз, ну я не знаю, если ты миллион раз пересматривал, значит тебе, может быть, я надоело. Я не пересматривал миллион раз. И даже тысячу. И даже сто раз не пересматривал. Наверное, раз 10, может 15 видел. Музыку, правда, чаще слушал, потому что она у меня есть в плейлисте. Какой-то дурацкий рандом. Подумал, что там пульки-то и не будет мокрые.
реально вопрос непонятен. Игры координаты и так сохраняются после рестарта. Он с дробными координатами плохо работает, но можно. Можно, только если в воздухе будет появляться. А когда ты на блок приземлишься, он, скорее всего, ее округлит. Я не думаю, что сейф файл тебе это даст. Скорее всего, округлит. Мне так кажется. Ну, попробуй. Сложный босс. Что такое со стримом? Стрим идет? Где-то у меня вопросик там был. Жесть, не могу вообще ничего пройти здесь. Жаловаться? Не, ну в смысле, не, я понимаю, что я сам подписался на такую игру. Ну, блин. Ну как не жаловаться? Даже пожаловаться на сложность босса нельзя. Дожили. Жалуйся ты, Эльзор, за место твой так. Еще хуже, ну лол.
Зачем? Зачем я выстрелил? Да ладно, слева, серьезно? Чуть-чуть надо было еще на 4 удара побольше сделать. Я, если честно, охренел от количества яблок. Привет, Брим. Блин, Резорга, ты, конечно, придирчивый жесть, вот тебя смущает, что не вейденс, а мне нормально, ну лол. Просто смотри и слушай хорошую музыку и все. Правда, звук очень хреновый, блин, из микрофона, жесть, меня. Я теперь постоянно об этом думаю. Привет, пророк. Ты не слышишь, какое гудение идет? Оно не сегодня появилось, просто я пересматривал воды сегодня, вчера или сегодня, и на последний, и понял, что у меня звук просто ужасен. Да, да. Здесь гайроку ускоренный в оригинале, он меня выбесил. Это босс из-за его набила стрэп. Ужасная игра. Никогда я не играю в Warcraft. И этого босса там не пройдешь. Прыжок сделать, который мне не получился.
Да, я пытался, я изменил баланс звука. Ну вот смотрите, я убрал звук с игры. Звук с микрофона ужасен просто. Или наоборот, смотрите, сейчас уберу микрофон. Почувствовали разницу? Я не знаю, как вы это слышите. Это жесть. Удалять спойлеры, пророк. Но его и вряд ли их будет. Все уже знают про спойлеры в основном. Но я, но удаляют, короче, да. Ладно, не раздражает. Ну, может быть, потому что я сейчас чуть поднастроил по-другому. Но на предыдущих стримах вообще был ужас. Я посмотрел воды, но ужас же. Лол, это неприятно. Я не знаю, почему никто не жалуется. Но это же не... Ну вот Крамсалова жаловался вообще-то. И не зря, не зря. Я прям вообще, если честно, даже смущен с таким звуком, вы смотрите стрим. Блин. Лучше шум фоновый, но не гудение. А у меня не шум, а именно гудение. Привет, Шуфу. Так, сюда разогнался со спамом, давайте поосторожнее. Опасные, поэтому можно нас спамить. Так. Все, теперь спам исключен, потому что тупо верхние яблоки, нижние яблоки могут затрогать. Блин, ну такое, ну зачем? Два выстрела, нахуй. Серьезно, задел? Блин. Я не знаю, Фритак, это зависит от аудиокарты, я так понимаю. Не, во-первых, ты, по-моему, с ноутбука стримишь. На ноутбуках все с этим нормально. Я точно не знаю, не могу тебе прям так вот сходу ответить, хотя... Как бы в голове я как-то понимаю, да, но сейчас так сходу с терминологией правильно не смогу объяснить, почему. Но, короче, если ты в компьютере втыкаешь микрофон стандартную звуковую карту, он очень тихо пишет. Ты посмотри, большинство стримеров с дешевыми микрофонами, которые стримят именно не с ноутбука, а с ПК, страдают этой фигней. У них микрофон на усилении постоянно стоит. Вот. У меня такая же точно фигня. У меня есть микрофон. А, не, я уже его отдал сестре. Обычный, ну такой, знаешь, настольный, да, типа как и этот мой, но только этот USB-шный, а тот обычный штекер, 3, ну, мини-джек. Его вообще не слышно. Его нужно усиливать на 20 дБ, и там такой шшш будет вместе с разговором. А чтобы этого не было, ну, нужно либо сам микрофон дорогой, насколько я понимаю, с большим сопротивлением, либо звуковую карту хорошую. Тогда даже дешевый микрофон будет что-то выдавать, ну, приличное. Ну вот, слышу гул. Ну, я не могу ничего с этим поделать сейчас. Я не понимаю, ну, вообще, ну, то есть... Блин, вот хоть стримить прекращай, пока микрофон не сделаешь. Потому что, ну, блин, это просто жесть. То есть я серьезно прям вот расстроен из-за этого, я не знаю, что делать. Ну собери денег, ну кто, ну я, ну хорошо, я по всей клавиатуре поставлю донатный микрофон, но, блин,
Откуда? Мне что, каждый день донатят, что ли? Да, иногда бывает, но это будет очень долго. Просто так говоришь, собери денег, как будто бы это знаешь. А, ну сейчас так, за месяцок, короче, накопим. Привет, Контригер. Нет, это видишь, появился пятый телепорт, да, то есть вот эти четыре телепорта разрушены, появился пятый телепорт, это типа, это босс шестого уровня. То есть я же шестой уровень прошел и появился в этой комнате босс Раши. Босс Раш — это четыре босса. Босс Раш пройден, теперь босс шестого уровня. Не так, еще раз. Вот, убрал музыку. Что не так с микрофоном? По-моему, все не так. Вообще ничего хорошего. Ладно. Ну, Камиля, мы в любом случае подобиваем, да? Я имею в виду игру. Ну, а дальше смотрим, что со стримами делать. Потому что с таким микрофоном мне стыдно стримить. Ну, потому что я понимаю, вы заходите. Ну ладно, как бы, ну. Ну вы как бы кто подписан там, да, часто приходите, конечно, вам спасибо. Да, вы там, ну как бы просто даже с плохим звуком все равно смотрите, да. Но как бы рандомный человек зайдет такой, да, ну кто-то новый. И такой слышит руку, жесть, просто удаляет стрим нафиг и все. Я не знаю, может быть у вас просто там наушники плохие, но я со своими наушниками, я включал свой бот и я ужасался от звука. Так неприятно. Реально неприятно. Так с вебки звук порой лучше, честно. А у меня, кстати, на вебке есть микрофон. Может быть, мне опять перейти на микрофон с вебки? Причем выключить вебку, так как поставить ее поближе. По-моему, тогда у меня звук был хороший. Вполне прям такой нормальный. Без шума, без гудения, без усиления. Еще раз повторюсь, те, у кого шипит микрофон, это не так раздражает. Шипение не так раздражает, как гудение. Поэтому если у кого-то микрофон именно плохой в плане того, что там голос искажен и шипение, это не так плохо, как когда именно гудит. Гудение — это самый раздражающий фактор в звуке. Это самое ужасное, что может быть, именно гудение, а не шипение, не какое-то еще искажение. Самое плохое — это именно гудение, а у меня именно гудит. Если бы он просто шипел, как дешевый микрофон обычный, то фиг с ним. Но он... Нахрен я спамлю? Нахрен я спамлю? Вот и дурак. Задумался. А, C920, ну ясно. С динамиках встроенных? Конечно, тогда ты не замечаешь. Новый микрофон с кнопкой для ванфрейма.
Если честно, Шупук, я же так на твоих стримах ни разу и не был. Я не знаю, какой у тебя звук, вообще без понятия. И вот твои воды твои по камелке я не смотрел, потому что, чтобы не спойлерить. Смотри, у меня завтра сейчас микрофон. Блин. Ну, я же вам рассказывал и показывал. Блин, не видно там немножко никогда, вот. Он USB-шный, то есть звуковуха вот здесь, тут звуковуха для микрофона. Не имеет значения, какая у меня звуковуха. Но вообще у меня встроенный Realtek. Причем на самом деле у меня... Стало плохо? Хочешь сказать что-то с проводом? В смысле? Типа у него что-то с проводом не так? Или что? Сейчас как? Нормально? А, все, ну извините, пожалуйста. Да, я косяк. Все, извините. Ну вот, а так звуковуха у меня вообще-то хорошая для встроенной Realtek HD, по-моему, 892, что ли. Ну, короче, хорошая для... Как для встроенной, она хорошая. Но только как для встроенной. А так вообще-то... Ну, то есть, именно выходной звук у нее нормальный, но микрофон она вообще не захватывает. Ну, то есть, микрофон она очень хреново захватывает. Ну, наверное, если подключить дорогой микрофон, конденсаторный, да, с большим сопротивлением, то, скорее всего, будет нормально. Но и то я не уверен. Плюс еще влияет то, что заземление. Я так и не понимаю, у меня есть заземление или нет. То есть у меня евророзетки в стене, но это еще не доказывает, что заземление есть. В принципе, у меня фильтр, а по идее должен показывать, если нет заземления. Ну знаете, этот самый... Ну, типа удлинитель, только он еще с фильтром. И там лампочка, по идее, загорается, если нет заземления. Она у меня вроде не горит. Значит, по идее, заземление есть. Но тогда какого хрена у меня комп, знаете, такое дрожание электрическое. То есть, ну, короче, выкинуто. И если в передний разъем вставить микрофон обычный, он очень сильно гудит, а в задний нет. Я тоже думаю, заземление. Короче, странно. Я не знаю, если честно. Но в чем причина? Как от этого избавиться? Не знаю просто. Привет, Михаил. Ну ладно, это же я сам себе наспамил, нормально. Конечно, очень хочу разобраться с этой проблемой, потому что в стриме звук это почти самое главное, лол. Даже картинка не так важна, потому что многие включают на фоне стрим, типа, только звук. Блин, ну короче, очень важно сделать звук. Да, микрофоны очень дорого стоят, так же как и клавиатуры и все остальное сейчас, к сожалению. Потому что производится все где-то там. И все идет через доллар. Нет, я парился. Я вначале не парился, а потом я понял, что без микрофона стримить тут мало. А ты мне предлагаешь без микрофона стримить?
не знаю, как бы просто дело не в этом. Не, ну понимаете, дело не в этом, Брим. Ты ничего не сожрался. Ну, я говорю, я просто, когда пересматривал свои воды, я их смотрел не ради того, чтобы оценить звук. Я просто тупо выкладываю их и смотрю там, типа, надо ли что обрезать там и так далее, да? Я как бы вообще не думал о звуке, но я обратил на него внимание невольно, потому что меня чувствую, что меня раздражает. И я смотрю других стримеров, у них такого нету. Только у меня такое, ну, из тех, кого я смотрю. Я же говорю, есть у кого шипение, голос глухой, да, и так далее. Но именно гудение я ни у кого не слышал. Нет, совершенно не зажрался. Вот если бы я говорил то, что у меня там голос там чуть-чуть не настоящий, да? Типа, все говно микрофон, да, то да, был бы зажрался. А, это нет, это абсолютно естественно. Воображение, прохожу инфлюку в К3. Ну, будет не воображение. Ну, в смысле, может быть. Это вообще, значит, на самом деле, постарайся от этого избавиться раз и навсегда. Это очень тупая фигня, у меня тоже она была. Типа, свой голос кажется дурацким, да? Нет, у тебя не дурацкий голос, обычный голос. Как у всех, не знаю, как обычные голоса у всех. Просто вот вбей себе в это в голову, что у тебя обычный нормальный голос. Нормально тебя слышно там, да, и так далее. Ничего там, не дурацкий, ничего. Всегда всем кажется свой голос дурацкий на записи. И мне казался. Я просто потом свыкся с мыслью, что это так кажется, и все. Привет, ДМС. Ну, не надо спамить, я ее не спамлю. Ой, что там опять триггер не стримит? Хотел построить карьеру Тоха стримера, а в итоге Пекачатик развел на всякие реквесты там. Я вначале спамлю, потому что я не хочу очень долгой фазы. И я надеюсь просто, что я размикрю вначале. Гантрикер в Wings of Fee второго босса прошел лучше, чем я. Я специально посмотрел на своих водах. По смертям лучше, по времени не помню. Наверное, тоже лучше. Так что вот, смотрите хардкорщика. На Mortal моде, разумеется. Правда, уже недавно разрекламировал Gantrigger TV. Ну, мы, в принципе, вчера это уже обсудили. То, что типа ты идешь в Wings of Fee стримить, и такой тебе хост кинул даже в офлайн. Стрима-то и не было. Да, такое.
это, по-моему, такое сейчас, ну да. Я выжил, вы видели? Блин, а вот тут я думал, что выживу, но не выжил. С утра пророс, чтобы я под вечер еще постримить успел. Ну, с утра это... Ну, к 12, наверное, уже в Москве быть. Сразу издалека сложно увидеть, оно будет мне мешать сильно или нет. Это вот, это я перепрыгну. Блин, как же это сейчас было близко, как же это было близко. Плыть? Ну да, тут без вариантов, честно говоря. Ну ничего, Гантриггер, ничего страшного. Ну какой постримить, пророк? Ну лол. Ну какой постримить? Ну смотря во сколько с утра. Ну давай до 12 там постримим. Поверишь, они потом еще и слева летят. На шестой фазе они еще и слева вылетают.
лучше сделал. Нахрена? Да нахрена я по вас стреляю? Ну я упорот. Блин, вот я думал, что на самом деле успею под низом проскочить. Да что я сделал нафиг, ну лол. У меня кнопка, ну как бы, не послушалась, короче. У тебя есть важные дела. Я вот все думаю, мне все-таки последнего босса полностью посмотреть и заучить перед тем, как я даже увижу эти фазы все. Потому что без видео очень сложно пройти последнего босса, если ничего не смотреть. Или все-таки типа пока не дошел до фазы не смотреть, как обычно. Ну просто будет много очень обидных смертей.
Не, ну просто я их даже не видел. Я видел только лишь... ну, когда-то я видел целиком, но я вообще не помню. Вот, вообще не помню. Да, конкретно каких-то атак там, вот. Что я недавно видел и как бы помню, это... в принципе, всю вторую фазу, да? Где-то половину первой, и то, если честно, я уже опять забыл. Помню там первую атаку только вроде. Ну, короче, уже тоже забыл на самом деле. Ну, естественно, никаких уж тактик я точно не помню. Вот, и все, это все, что я помню. Ну и плюс помню, что четвертая фаза, она типа как третья Камиль и третья фаза. Камилки. Ну, этот, я только знаю, что типа, и все, а реально какая она там, я не помню. И вот надо ли мне уточнять перед тем, как я дойду до туда? Я пока не решил и не знаю. Надо было перепрыгивать. Я бы смог перепрыгнуть, мне кажется. Да, Снэп. Потому что у меня микрофон гудит. Привет, кстати. Да нет, а первую фазу хрен с ней, вот вторая. После чекпоинта. Фигня.
помогает уменьшить спамить. Вообще какая разница, как спамить на самом деле? Дело не в спаме, а в количестве яблок, которые будут лететь по центру. Вот ты сейчас наспамил, и что, вообще никакой опасности нет. И даже сейчас. Тупо от рандома завис. Ну тут я поторопился просто. И сейчас поторопился. Это невозможно было, по-моему, размикрить никак. Что-то вообще не прочитал. Привет, Дмитрич. Тоже подгорало. Наверное. Ну, по крайней мере, тяжело было. Я наспамил, по-моему.
Патрик Эрик. Ну да, музыка классная. Но эта музыка, ну, если что, не родная, не с этого босса. Это я заменил. Потому что родная здесь это обычный кайрок, этот так называемый, который из Guilty Gear. Только убыстренный. Ну, короче... Надо собраться. Thank you.
надо было чуть-чуть подождать и поменьше направления. А, дрожать. Блин, какую же концентрацию требует. Жесть.
все-таки поменьше спамить. Дойду, тогда будет. Ну, это игра, его накинуть камили 2, если что. Нет.
это босс 6 уровня. Сколько у меня пройдет времени, чтобы дойти до финального босса, я не знаю. Более того, я даже не до конца представляю, что меня ждет впереди. И спойлерить не нужно. Ладно, давайте так. Когда начинают лететь яблочки, это первое прохождение. Причем тут спидран. Я первый раз прохожу эту игру. Видишь на счетчике сколько времени? Я 95 часов ее прохожу. 95. Спидран. Смешно. Скачок. Нет, ну это было понятно, стена. Что-то вообще какие-то неразметриваемые стены постоянно посылают. Надо было понизу, я очень долго думал, смогу понизу или, в смысле, смогу поверху или надо понизу. В итоге просто завалил. Да он достал кучками посылать, серьезно. Что, вот это что такое полетело? Почему кучкой? Ну вот это что такое? Ладно, хоть диска. Я понимаю, чтобы кучками не было, надо стрелять по одному пульке, но мы то с тем тут вообще, если я буду по одной пульке пускать.
Блин, я сейчас опять чуть не опоздал, ну лол. Это было сейчас опасненько. Какой пост более нудный? Этот или Gravity Man? Наверное, Gravity Man. Он был статичный. За последний раз. Приятная смерть, мог бы выжить, но не смог просто. Тяжело, да, точно на клавишу нажимать. Точное движение, да, влево, вправо, прыжки точные по высоте. Ну, конечно, может не такие точные, как шипы, но довольно-таки точные. Вот, во-первых, сейчас. Мне нужно было и не попасть на пулю, и не прыгнуть в яблоко. Там, по-моему, только конкретные число фреймов нужно было держать кнопку, ни больше, ни меньше. Зачем? Блин. Выпрыгнул из воды, прыжок потратился. Держал и улетел. Не допрыгнул.
Плохо я что-то сделал. Опять нужен был точный прыжок, но опять не вышел. Что-то не хватило силы. Как дела? Да ладно, ну не проскочил, ну. Что я сейчас сделал? Жуть какую-то я сделал. Босс тухленький? Ну да, на платформе. Потому что я не могу его пройти, поэтому он тухленький. Я не могу его просто пройти, а так он нормальный голден. Тем более с такой музыкой. Ты понимаешь, со стандартной музыкой? Да.
фаза. Когда спамить-то? Как же я волновался сейчас. Сейчас, подождите, надо отдышаться. И это просто, я, может быть, вам так не очевидно, но на самом деле у меня руки аж трясутся. Значит, сколько надо раз... Надо 4 раза, да, значит, выстрелить, чтобы яблоко слева вылетело. Сейчас, я сделаю стоп-старт записи. Я посмотрю, сколько я сделал выстрелов, чтобы яблоко слева вылетело. Не-не, это уже я уже спамить начал. Сейчас, ну слишком далеко отмотал, но сейчас ничего, досмотрю. Не знаю, мне кажется, надо просто перестать торопиться и доходить до пятой фазы. Ну лол. Но я же умираю постоянно, просто потому... Я умираю постоянно на второй фазе, на второй, на третьей. Потому что я тороплюсь. Все, по-моему, только из-за этого. Я еще не прошел босса до сих пор. Раз я выстрелил, слева полетело. Два. Три. Четыре. Пять. Пять раз я выстрелил и начал спамить. Значит, нужно 6 раз и начать спамить. Все, запомнили. 6 яблок слева и спамим.
Блин, теперь у меня руки немного трясутся. Ну, блин, я не могу это изменить. Блин, ну где я? Ну что такие руки деревянные? Ну лол. Такая тупая смерть, жесть. Второй нет легких боссов, только первый босс реально легкий, да? Ну, реально легкий. Только первый. Все остальные боссы сложные, ну, для нормального человека. А дальше уже идут боссы легкие для того, кто, например, во много Вайвана играл. Я, в принципе, ну, уже можно сказать, ну так, ну довольно много Вайвана играл, да? Ну, не прям жесть как много, но нормально, да? Поэтому для меня, в принципе, еще был босс второй, третий легкий. И все. Гизер уже сложный был. И Салгрин очень сложный. И босс Раш очень сложный. Ну, этот босс чуть-чуть попроще, чем босс Раш и боссы, но все равно сложный. Понимаешь, на легких боссах руки не трясутся в конце, когда там мало хп остается. Опять Twitch вопросик, он работает? Что с ним вообще происходит? Какие-нибудь лаги или что? Ну, я не думаю, что смену качества завезли. Ну, относительно чего? Относительно чего? Легкая. Относительно Кримсона? Ну, да. Но...
относительно все легкое, как бы, да? Даже финальный босс этой игры, например, даже финальный босс третьей Камилии или любой босс из третьей Камилии простой относительно, например, вот этого Биткида только в Лавтрейпе. Относительно все что угодно легко, как бы. Но правда этот Биткид в Лавтрейпе не легкий относительно ничего. Ну как бы, то есть это такое, относительно можно много чего говорить. Опасненько было. Так, все, теперь очень медленно стараюсь. Ну блин, ну. По-моему, вряд ли жив, хотя... Вот это опять... Ладно, понял, задавайте. Вот такое. Нахрен я наспамил, придется понизу. Ну, естественно, ну, сам себя наказал, короче. Я растерялся, на самом деле это можно было пройти.
что это уже вряд ли. Ну хотя можно было бы как-то строить. Всегда зажимали вообще-то. Кстати, чатик СК2 ТВ нормально, да, работает? Я имею в виду, вчера у него был какой-то жесткий период, сообщения отправлялись, но очень долго у него. Никуда спокойно. Пропускаем вот это. И это пропустим. Все, теперь вообще тем более не торопимся. Сейчас.
уже пятая. Нахрен так делать. Никакой стрельбы в развороте. А-а-а! Раз. Два. Три. Ну, тяжело, тяжело. Привет, Джокер. На самом деле не круто так делать, лучше бы таких не было ворот. Не допускать такого просто. О, отлично. Ну, Джокер, ты просто опоздал. У нас уже старта разработана. Слышал, я считал, я не просто так считал. Нет, я считаю, сколько яблок слева вылетело. Ты не сделал.
включил немного. Я не ожидал, что я выживу, если честно. Просто чтобы немного повезло. Ну,
ты считал. Надеялся впрыгнуть все-таки между яблочком и пулей. В мозгах тоже. Охота мне снизу не прийти. Ну я опять управление потерял. В воде, конечно, управление ужас. Мне говорят то, что не нужно, но я не видел, я же не знаю. Ну блин, опять не успел. Снизу тяжело прыгать, реально.
вообще-то понятно, когда что-то я растерял со стороны. Зачем я столько наспамил? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Зачем я начал спамить часто? У меня просто иногда мозг отключается, я такой прыгаю и спамлю. Забываю немножко, там что происходит. Ну, босс усыпляет, вообще просто сидишь, спишь, там ничего не надо делать. Особенно когда рандомит хорошо, то просто сидишь, что-то прыгаешь, забил на яблоки вообще. Просто ни хрена себе полетело на меня. Вообще одно яблочко летит, умирает, ну ладно. Ладно вот на таком умирать. И то не умер. Какого-то хрена. Интереснее, чем Gravity Man. Но из 5 он на 4 месте. Причем, особенно если учитывать его стандартной музыкой, то точно на 4.
Блин, да, ну... Тихий, ну не знаю, обычно. Сделал потише музыку. Я не напрягаю почему-то сидеть. Ну то есть, если бы не ночь впереди, то мне кажется, я бы еще запросто посидел бы довольно-таки долго на нем. Меня не напрягает, ну как-то вот. Вот на Gravity Man, на New, что-то я как-то напрягался и я не мог долго стримить. А на этом вроде нормально.
Нахрена? Ну, на... Оно просто не вовремя полетело. Ну, я вроде решил, что 6 хватит. То есть, если 6, и я начинаю спамить вот так вот, да, то все, мне хватает. Ну, не знаю, ну давайте для верности 7. Чтобы там даже не от края, типа, может быть. На самом деле, мне кажется, если честно, если бы я не спамил в конце, я бы уж давно убил бы. Просто не спамить, а также медленно убивать. Ну, типа, ну хотя бы там, ну, типа, оставить совсем мало и уж там доспамить. 8. Ну давай 8. Когда прыжок вовремя не нажмешь, в итоге приходится его нажимать еще раз. Уже все, чувство вопления начинается. Да ладно, да ладно. Это нормально, что так это отскочило?
Да, оно иногда отскакивает в ту же сторону, с которой летело. Да, его не надо спамить слишком сильно. Вот смотри. Видишь, урон ну, все равно проходит одинаково. Я даже демонстративно вас включал на прошлом стриме. Вот это вот максимальный примерно спам. Вот это вот. Сколько надо, сколько надо. Опять, ну... ну я опять просто не попал по воде. Ну в смысле, когда нажал прыжок, я еще не коснулся воды и все. Че со сказывающим? Опять сообщение долго отправляется или что? Сайт он. Ну говорят, что скоро ТВ умирает, там все дела. Вот. Наглядно. Скоро ехать. Кто там на СК2 ТВ меня смотрит? На Twitch не забыли подписаться, а то вот так вот. СК2 сдохнет, и вы меня не найдете. Ну как не найдете? Есть группа там, в принципе, и все такое, но тем не менее. Big Water Bullet Guy. Агония, ну. Ой, все. А, фанстрим будет жить, ну. Надеюсь. Не, на самом деле я не хочу, чтобы скрывать что-нибудь. Потому что смайлики мне нравятся. Хотя бы ради этого. Но и все-таки люди приходится скрывать что-нибудь. Стримы перестанешь? Да ладно, кому ты заливаешь? Ты же на Твиче смотришь стримы порой.
Потому что когда я смотрю стрим, да, что это, на СК2 ТВ, в этот момент мне все равно, какая администрация, мне все равно, какой сам сайт, ну, если он работает, да. Я в этот момент вижу только сам стрим, чат, ну, смайлики, соответственно, чата. Ну, короче, чат и стрим. Какая разница, ну, в этот момент, какой там сайт. Ну, админа огонь, это, конечно, такое, пророк. Нет. Очень плохие админы. Почему ты не слышишь? Должен слышать. Еще что ли уменьшить игру? Ну лол. Еще уменьшил. Я уже убавлял. После того, как ты пришел, я уже убавлял звук игры. Сложно такое забыть, честно говоря.
Блять, оно обратно отскочило. Ну давай, Гэн, стори, удачи. Да я уже скоро заканчивать буду. Чё там, Гантриггер, ты тут? Идёшь стримить-то хоть? Что же я сделал-то? Ну что же я сделал-то? Блин. Пятьдесят шесть дропов.
Нифига себе. Это сейчас было как-то опасненько, честно сказать. Раз, два, три. Конечно. Я бы не сказал, что глупость. В чем глупость-то была? По-моему, там сложно было размикрить. Ну, застоп-сервер, но если так, то да. А я что, по-твоему, умер не от неудачного RNG? Ну, хрен.
хрен знает. Для меня это тяжелый вроде был. Что? Ну почему мне то ли палец соскочил с кнопки, то ли она не нажалась? Блин. Вот опять, ну, я не знаю, почему не прижалось. Походу я нажимаю раньше, чем в воду попадаю, что ли. Это происходит снова и снова. Хватит.
тебе, наверное, надо заканчивать. Я пальцы не чувствую, что-то, которые напряжают. На самом деле, вот сейчас, что-то вот за последние полчаса где-то или так, типа того, уже стало нормально. Кажется, уже все, концентрации нету просто. Я просто хотел до шестой фазы еще раз дойти. Хотя бы до пятой.
Ноль моль называется. Тут сервер. Насколько я помню. Зря. Так, успокоились. Такое яблоко, блин. Возвратное. Просто сейчас сижу, сидел вот последние вот попытки. Я чувствую, у меня такое все мутное в глазах. Я не понимаю. Я еле-еле сфокусировал взгляд. Это верный признак, знаете сами для чего. Жесть вообще какая-то. Ну я надеюсь, ну, думаю, завтра уже мы убьем его. Ну, должны хз, что там не убить-то. Ладно, на этом стрим будет заканчиваться. Ой, у меня, оказывается, в браузере был стрим свой же открыт. Печалька. Спасибо, что сидели. Признак алкогольного опьянения, но не в моем случае. Всем пока, увидимся на следующем стриме.